Всем привет, ребята, вы снова на моем канале Ботаник Дани. Сегодня я вам хотел показать, какие изменения произошли в Одесском зоопарке. И посмотрите, как здесь стало красиво. Здесь сделали лучше для фламинго. Видите, как им здесь хорошо. Тут много всякой водички. Вот, ведь и это мостик. Мы сейчас находимся на мостике. И вот тут сделали очень хорошо для рыбок. А, нет, это для лебедей сделали очень хорошо. Вот. Видите, как здесь сделали красиво. Это уже не старый зоопарк, это новый зоопарк. Его сделали намного красивее, ребята. Раньше входа здесь не было, а теперь он есть. Вот, смотрите, ребята, видите, там уже есть вход, и там сделали перед тем, как ты заходишь в зоопарк, всякие разные горки, я это все видел. Перед тем, как я заходил в зоопарк, там всякие разные горки. А теперь смотрите, ребята, вот тут есть вот такой вот динозавр. Я думаю, что это искусственная трава, потому что не может быть из настоящей. А тут, ребята, смотрите, где. Ребята, а здесь очень интересно. Как вы видите, меня катает верблюд-подросток. Да, это не взрослый верблюд и не малыш. Вот, смотрите, видите. Я скажу вам, что у него на ощупь очень мягкие горбики. И они такие мягкие, ну, они такие жирные и мягкие, мне очень понравились. Вот так вот я катаюсь на верблюде. И напишите в комментариях, кто-то из вас когда-то катался на верблюде, потому что у меня уже почти скоро 1000 подписчиков. Сделайте эту кнопочку, пожалуйста, красной, потому что я уже хочу себе 1000 подписчиков. Вот такой верблюд-подросток меня прокатил. Ну что, всем пока.